как сегодня обстоит ситуация с аварийностью на дорогах Самары, какие изменения в организации дорожного движения запланированы на 2021 год, с чем связаны смертельные ДТП в Самаре. Смотрите программу «Город ТЭС» 24 сентября в 18:15. Гость в студии – начальник отделения дорожной инспекции ОГИБДД УМВД России по городу Самаре, майор полиции Александр Чугунов.